А, Андерсон, лучше попросили. Денис? Так хоть... Сейчас Миша пройдет, Миша! Давай, Костёв, с первых минут! А, согласен. Здесь тише. А? Здесь тише. Ну. Вы фотографа даже взяли на прокат. Да? Нашего. Ладно, мы же должны друг другу помогать. Ничего себе, нормально уж. Уж на теннисе тоже снимал наш один, тоже. Ну. Он что-то да. У него работа просто уж за это же не появляется. За это подменяю. Кого? Оператора? Ну да, это того, Тимура-то. Ага. Я думал, ты такой. Я не, он же он основной, если честно. А я так, на подмену.
Мне, конечно, понравилось, как в этот раз тащили наши. Ваши-то? Ну, они что-то вообще возили как-то, душам. Если честно, ты дал просили счет, все. Ну, правильно, для этого и нужен, по-моему. Тоже хожу, тренируюсь, смотрю, что делают. Давай, давай, ребят, предложение по нему! А сам что не играешь? А? Сам что не играешь? Я во второй. А, где попроще? Не, не то, что попроще, я тут мало бы играл. А так, ребята, есть, моя задача какая? Создать условия для... Ребят? Да. А поиграть, как говорится, я могу сам. Самое главное сразу, ты вторая команда создана, цель-то одна, чтобы это... Ну да, чтобы... Чтобы у первой команды был успех. Давай, давай, Юль, давай, давай! Так, надо попроще сделать. У вас тоже, что ли, завтра две игры? Да, да, да. У двух команд. А? У двух команд. Да. На Динамо в 4 и в 7. А в 7 это... Мы ББ играем. У нас вторая команда ББ называется. А мы перед вами играем. А, между получается. Между первой командой и второй выигрывается. Да. У нас просто в 7 часов здесь на Олимпе, вторая команда играет. А сегодня на этом, на Динамо тоже в 7 часов, вторая команда. Давай, 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 работаем, брат, работаем! Беги! Что за команда-то? Империал. Из Б, что ли, пришла? А? Из Б. Нет, они в С были. Это идиллия, по-моему, бывшая, я не знаю точно. Что-то как-то они не собраны особо. Либо вытащите их. Пока непонятно. Но быстрый гол хороший был. Я так теперь понял, даже на поле фотографом теперь запретили ходить. Да? Да. Не, зачем? Заявку же можно внести, как фотограф, да. И тогда он может заходить за ограду. А-а-а. То есть в протоколе... Там фокус в чем? То, что там только 3 человека, помимо игроков, могут быть на... Ну, у нас, видишь, там вон двоих детей, короче. Угу. Потому что здесь вот у нас же этот же, говорю же, сейчас вас снимал, а его не пустили на поле. А-а-а. Можно было бы, типа, меня заявить, искать, вот и я, и все, ходить. Ну, его тоже. Ну да, нет, там просто пишешь, например, там, как у вас, вот Васильевич, он же не играет, но... Тренер. Ну да. Офсайд. А там в протокол, что ли, в самом матче пишут? Или вообще там в общем? Протокол там в верхней части игроки, а внизу там есть 3 строчки. А. Так, ну, то есть там может тренера, администратора. Ну, то есть так вот. Массажист лично пишет. Что хочешь, не пиши. Да везде пофиг, тут только на Олимпе считай так строго. На ракете, вон вообще там. Я знаю, на ракете там. Как хочешь, так. А на трудовых не играли еще? А, нет, вот сегодня вечером, в 10 вечера. Пипец. Ладно, хоть это завтра не с утра игра. А там можно было оставаться в центре ночевать. А что там, до Динамо-то идти-то? Ну, можно и за ночь пройти. Там уже это, не только пройти можно. И тренировку сделать утреннюю. Поспать там. Я жми! Обратно, дальше. Все на левом фланге сконцентрировано.
пока. Давай, Бестен, вперед. Да, вперед, Бестен, назад не надо. Ты не в курсе, там в этот в протоколе они же пишут, да, минуты забившие? Голы? Да. Но голы вписывают. Голы, естественно, вписывают. То есть кто забил, там, фамилии. А то просто чтобы для монтажа там у нас а, и да, есть. Я видел вас, вы фамилии вписываете. Да для монтажа, чтобы быстро, как сказать, не смотреть весь матч, а уже сразу. Я еще потом также на YouTube залью, еще пришлю. Говорю, также на YouTube залью. Ну да, да, конечно. Ну можешь это в этот раз как бы. Тут есть только полчаса, нам самим посмотреть. Да нет, я просто знаешь как, я просто сделал доступно только, ну, как сказать, по ссылке и все. Ага. То есть через поиск не найдешь, да? Просто если будет в открытом доступе, никто не посмотрит. А если только если вы кому-то скинете ссылку, так они посмотрят. Ага. Вот, и все. Ну, то есть через поиск не найдешь. Ну да. Ой. Нет, найти-то найтись, а произвести нет. А, не воспроизведет? Нет. Ничего себе. Крутая настройка. Вот для этого и сделали, как сказать, защиту-то. Че ты? Че не давай, пацан? 22-й флеш покупать, точнее на 32. Чтоб сразу на всякий случай. Если вдруг. Нет, да? Еще хорошо, что погода хорошая. Ну да. 30-ку будет вообще жестко вообще играть. Я в том году, когда было здесь жарко, я не был просто с командой, работал и не наблюдал такой жары. Там, короче, второй тайм уже пешком ходят. Да и народ, наверное, мало заявки бывает. Ну, да, это тоже уж, конечно, влияет. Но у нас... А, еще Рома уже забил, точно. Потом написать. Давай, давай, бороться надо, парни, первый номер! Лукарну. Выпадать надо уже. Рука. Артур, забудь! Забудь, Артур, вернись! Артур, вернись, я все прощу, да? Сапатка. Yeah.
А где ваш-то, кстати? Что? Где ваш-то, видеооператор-то? Что-то я так не понял. А он, ну, не знаю, видимо, дела свои. Да. Он на самом деле не это, ну, это личная инициатива, как бы. Ну нет, я согласен с этим. Ну да. Что же настаивать не можем? Повезло то, что я тут был. Ну да, да, согласен. Случайности не случайно. Я говорю же, надо флешку покупать еще одну. Только уже на 32 или на 64 лучше. А здесь у тебя на сколько? Здесь мне две по 16. А когда пригласили в первый раз, ну, когда подменял основного, вот, а у меня была просто одна флешка на 16. Я только снимаю. Блин, закончилось. Ну ладно, пошел, купил новую. То есть тут даже на одну 16 гиговую даже не хватает весь матч. Что самое интересное. Да нет, если честно, то интересно. А? Интересно снимать сверху. Какой еще вариант? Снизу, что ли, снимать? Там вообще ничего не понятно. А когда у нас были игры на баску, это вообще ужас было. А, ну там есть только на забор залезть. Угу. Или на крышу. Это... Нет, я имею в виду, зачем играть, лучше я поснимаю. В этом плане как мне интерес есть. Еще! Чуть-чуть левее!
место. Пец. Жалко, кстати, самое интересное, жалко то, что нет на стадионах Wi-Fi, это раз. Два, у меня нету фотоаппарата с Wi-Fi. Так-то можно было бы сразу в онлайне. Ну. Давай, тащи, 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 тащи! Давай, 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 давай! Бей! Мяч не туда. Там еще и сейчас. А, Зенит Спартак же сейчас будет еще. Ладно, с ним. Хорош, 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 блядь, репак, давай, давай, давай. Хороший репак, поборол. Интересно, они ушли. Фланг можно делать. Все, работай! Работай, иди! Флэш убежал. Давай, 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 давай! А кто это у вас, кстати, на левом фланге-то играет такой быстрый? Это... На правом, может? Нет. В прошлой игре-то на левом фланге кто у вас играл-то?
Так, такая же расстановка была. Такая же? Он справа у нас играет, имеет. Ай, в офсайде был. Товарищ студент, смотри на поколок! Алёша! Но он же давно стоит же. Не играйте по касанию, парни, да? Правила почитайте. Главное, неопытный походу. Да, это просто он покажет, да, когда место закончится? Да, он же сразу отключится. Мне просто мало ли как. А, нет, у меня тут там внизу потом пишется, сколько остается места. Ну, по минутам. Это условно последние 2-3 минуты. Позиция! Ильнас! Thank you.